Здравствуйте! Хочу поделиться результатами нашего лечения в центре Биртовит дистанционно по скайпу. Моему сыну 3 года и 4 месяца. У нас задержка психоречевого развития с чертами аутизма. Он не разговаривает, не ходит на горшок, редко смотрит в глаза. Нет у нас ролевой игры. После первых сеансов с Давидом я заметила, что ребенок немножко может быть внимательнее. Он может обращать внимание на те вещи, на которые раньше не обращал внимания. Немного спокойнее. После следующего сеанса у нас произошло такое событие. Мы начали купаться. Значит, раньше мы могли помыться только в душе с истериками, тем более, если нужно было голову помыть, то это был крик. Сейчас ему нравится с игрушками играться в воде, я спокойно могу помыть голову, он не кричит, он даже там хочет дольше остаться и поиграть. Для нас это пока большое достижение. Еще после одного из сеансов Давид сказал мне: мы сегодня лечили вашу спину. Хотя я ничего не говорила. У меня болела несколько дней спина, как это бывает у всех. Но об этом он не знал. Я об этом не говорила. Так что и такое бывает. Мы с мужем очень благодарны Давиду за то, что он нам помогает. Я надеюсь, в дальнейшем смогу поделиться с вами нашими новыми достижениями. Всего доброго. Спасибо еще раз большое.